Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 176 на странице 94. Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные при помощи суффикса «оват» или «еват». Запишите, выделите суффиксы. Рыжий – рыжеватый, белый – беловатый, синий – синеватый, зеленый – зеленоватый, серый – сероватый, красный – красноватый. Так, давайте запишем данные пары слов. Рыжий-рыжеватый, запятая белый-беловатый, запятая синий-синеватый, запятая зеленый-зеленоватый, запятая серый-сероватый, запятая красный-красноватый. Точка. Итак, давайте выделим суффиксы «оват» или «еват». Рыжеватый – суффикс «еват», беловатый – «оват», синеватый – «еват», зеленоватый – «оват», сероватый – «оват», красноватый – «оват». В чем различие в значении слов каждой пары? Устно составьте предложение с любой парой имен прилагательных. Давайте возьмем первую пару. Рыжий – рыжеватый. Рыжий – это значит имеющий рыжий цвет. Допустим, рыжий цвет волос. А рыжеватый – это значит имеющий оттенок рыжего. Аналогично можно сказать и об остальных словах. Беловатый – оттенок белого. Синеватый – оттенок синего, зеленоватый – оттенок зеленого, сероватый – оттенок серого и красноватый – оттенок красного. Устно составьте предложение с любой парой слов. Давайте возьмем вторую пару слов – белый, беловатый. На полях лежал белый снег. На столе лежала беловатая скатерть. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.